пришло время сегодня прокатиться на лодочке. Такую погодку жаркую, прохолодиться на океанчике, покачаться на волнах. Мы уселись в наш трак, оставили наших собак и сейчас поедем. Приехали на наше любимое место для купания. Это называется Песочный остров. Вода прям вообще сегодня красотища. Народу полно. Сейчас будем купаться. Здесь очень мелко. Мы искупались, немножко подхватили джеллифиш. Вот здесь такое есть развлечение, как раз девушка приезжает. Вон еще один товарищ. Сейчас они так им помчатся на джесси. Всем не помахали. Так вот они проехали. Сам там вон люди. На этой штучке купаются. На таких, не знаю даже как это назвать, матрасиках. Вот за этим островом песочным. Это остров. Там вода. А за этой водой там еще один остров. А за островом уже океан. И наша лодочка тоже так стоит. Вот на этом якорьке. На автоматическом нас держит на одном месте. Вот очень похож на наш, только маленький, только у нас меньше, у них побольше. Но у нас еще как бы рыболовная судно, у них не рыболовная. Ой, как он хватает сильно. Тим сказал, что мы сейчас поедем рыбу ловить. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. Оставайтесь со мной. Знаете, что мы будем делать дальше. Я в шляпе от Аллы Пугачевой, что-то не слетело. Я все думаю, думаю, почему нужно переезжать во Флориду, и вообще нужно ли переезжать. Ну вот у меня есть ответ на этот вопрос. Смотрите, как классно. Вот почему надо переезжать во Флориду. Мне кажется, ответ ясен на этот вопрос. Почему нужно переезжать во Флориду? Короче, ребят, видите вот этот кораблик, он пристает к пляжу. В общем, вот этот кораблик, он стоит в даунтаун Пенсаколе и возит как прогулочный. Вот мы его первый раз, кстати, увидели. Ну, я знаю, что это бывает по субботам, по воскресеньям, по пятницам. Я не знаю, по поводу воскресенья, но в субботу, в пятницу точно. Значит, вот местные, если вдруг будете. А мы все никак не можем попасть на него, потому что у меня всегда был бизнес. Я вот первый раз увидела, что этот кораблик, вот он, прогулочный. Ну, за 7 лет первый раз увидела. Сколько раз я хотела на него попасть. А когда уже у меня этот бизнес заканчивался, то с потом воскресенье уже кораблик заканчивал свои прогулки. Так вот не получалось никак, мне с ним сойти. Теперь у меня свой корабль, капитан. Я и сама могу быть капитаном иногда. Вот мы подъехали к нему с другой стороны. Он здесь вот немного здесь людей.
кораблик, вот там сидят, даже, по-моему, на стульчиках сидят. Такой хорошенький. Внутри вон можно зайти. Так что даже есть здесь где прогуляться. Во Флориде это все местные, сюда не ходят туристы в такие места, это только местные знают, это местные, это мы так живем здесь, кто живет здесь все время постоянно. Прогулку и с ветерком едем домой на большой скорости. Я уже привыкла к скоростям. Сначала они меня раздражали, а сейчас нравится даже. Погода замечательная, не жарко, не холодно. Ветер, ну ничего. Увидимся в следующем влоге.